Своих мужей всегда ревнуют некрасивые женщины, красивым не до этого, они ревнуют чужих. Как большинство американок, она изображает из себя красавицу. В этом секрет ее успеха. Красота – подарок на несколько лет. Нет красивых женщин, есть некрасивые и хорошо накрашенные. Эта гувернантка слишком красива, чтобы ее можно было держать в порядочном доме. Мужчина всегда хочет быть первой любовью женщины. Женщины более чутки в таких вопросах. Им хотелось бы стать последней любовью мужчины. Чтобы завоевать мужчину, женщине достаточно разбудить самое дурное, что в нем есть. Любовь вышла из моды, ее убили поэты. Они так много писали о ней, что все перестали им верить. Нет ничего выше преданности замужней женщины, ни один женатый мужчина не доходит до такой высоты. Любовь к себе – это начало романа, который длится всю жизнь. Хорошо образованный человек противоречит другим, мудрый противоречит себе.